Как так можно? Почему нельзя мусор забрать с собой? Я даже в городе никогда не выбрасываю мусор. Конфетку съела, я всегда кладу в карман. А дома выбрасываю. А, грибочек. Слушай, тут прям как газонная трава, Жень. Слушай, а тут реально газонная трава. Много? А какой запах, Жень. Опять две, мама и дочка. Красивые? Какой аромат. Запах такой. Цветочки вон там, кстати. Вот они. Цветочки какие-то. Ой, кто-то меня трогает. Ой, поганка. Чуть не наступила. Еще одна. Я тебе говорю, давай поганки соберем. Раз они есть, что ж теперь? Слушай, тут их так много. Не наступить бы. Еще. Три вон уже. Слушай, их так много. Грибов, наверное, тоже будет много. А? Давай я загляну, что там есть. А там тропинки разве нету? Ну вот, надо было штаны одевать. А? Боишься? Нету там дороги. Ну, надо же пройти мимо камеры, а? Вот, по чуть-чуть так и соберем с вами. Уже из рук. Я помню, так последний раз вместе с Женькой, я помню, собирали листочки земляники. Бабуля попросила, сказала, давай много привези. Я помню, мы так много ей привезли, набрали, я посушила ей. Она не стала их пить. Взяла и выкинула. Так обидно было. Мы там так старались, собирали. Давай. Глянь. А Женька пошел. Какой здесь аромат, а? Боже мой. Так ароматненько, так пахнет. Что там? Бобры? А, враг? Почему? Там же овраг. Ой, тут крапива. А, ну вот она. Какой-то ручеек, наверное, здесь был. Ой, муравьи. Муравьи, муравьи. А может поганка, хрен их знает. Не, по-моему, поганка. Большая такая.
Господи, они меня уже облепить успели. Ты что делаешь там? Ай! Ну что ж они там по мне бегают? Куда? Ты пошел? Ну иди. Да? Тропинка? Что-то через камеру я не вижу его. Там выход, пойдем, а, вот, вижу.